Привет всем! Сегодня я обошла весь дом и собрала все товары из магазина Fix Price. Вот, и хочу с вами поделиться своим мнением. Пригодились ли они мне, какого они качества и как себя показали. Вот, начну, пожалуй, вот с такой чашки с крышкой. Довольно-таки большая она. Крышка плотно закрывается, и здесь еще также есть такие ложечки. Вот они снимаются. Вот. Мне очень понравилась эта чашка, удобная очень. Можно что-то сюда положить, закрыть крышкой, убрать в холодильник или на природу, например, сложить туда еду и взять с собой. В общем, рекомендую такую чашку приобретать. Вот там были разные цвета. Но я выбрала вот такой себе. Так, следующее. Вот такой массажер. Также мне очень нравится. Правда, я забываю регулярно пользоваться, но время от времени я все же им пользуюсь. Вот не помню, были ли другие цвета, но у меня вот такая розовая. Следующая расческа. Вот такая, я ее покупала давно. Еще в прошлом году, по-моему. Нормальная. Не самая лучшая, конечно. Но она мне понравилась. И у нее отломалось здесь два зубчика только. Ну, уже больше года ей пользуюсь. Моется она хорошо. Не очень жесткая у нее щетина. Вот, если ее так можно назвать. Пластиковые такие зубчики. Тоже мне очень понравилось. Так, следующая расческа. По-моему, она была в наборе с другой. Вот. Это я уже не помню. Но вот это мне абсолютно не нравится. Толстая расческа. Толстые у нее такие зубчики. Мне она не подошла. Может, кому-то подходит, но мне нет. Так, следующая. Такой увлажняющая термально-мицеллярная вода. Уже второй раз я взяла ее. Первый раз я брала в розовой упаковке. Теперь в голубой. Мне нравится. Хорошо снимает макияж. Очищает кожу. Вот. 5 в одном. Так, следующее. Такой BB-крем. Тоже активно им пользовалась зимой особенно. Здесь уже меньше половины тюбика осталось. Мне понравилось, подходит мне. И еще вот такой. Тоже крем. Но я им пользовалась меньше почему-то. Вот. Но мне тоже понравилось. Вот. Такой крем-масло для лица. Активно им пользуюсь. Вот уже скоро закончится. И думаю купить себе тоже еще один такой же. Вот. Хороший крем от компании Фитокосметик. Рекомендую такой крем. Так, солнцезащитное средство. Здесь SPF всего 15. Но мы им пользовались на море. Нормальный такой крем. Так что уже неплохая покупка. Так. Следующее. Вот такой лак прозрачный. Ультраблеск. 60 секунд. Ну, 60 секунд это мягко сказано, конечно. Сохнет он намного дольше. Но я наношу его поверх основного лака, и лак дольше держится на ногтях. Вот, уже активно им пользуюсь. Так, дальше. Резиночки вот такие брала в комплекте. Вот тоже неплохие резинки. Но их было, по-моему, 4 штуки. Четвертую я что-то не нашла. Она была зеленого цвета. Ну, тоже не самые лучшие резинки, но нормальные.
И также еще заколочка вот такая. Очень она мне нравится, крепко держит волосы. Тугая такая довольно. Вот, и красивая расцветка у нее. Такой, типа как мраморная. Вот. Так, следующее. Вот из детских игрушек мы редко там берем игрушки. Но покажу то, что сохранилось и то, что нам понравилось. Это мы покупали аж перед Новым годом. Вот такие фонарики. И на них одеваются такие штучки. И когда светишь на стену, в общем, картинка эта отсвечивается на стене. Что хочу сказать, они до сих пор работают. Батарейки даже еще не сели, хотя дети часто ими играют. Вот. Но батарейки не были в комплекте, мы покупали тоже из фикс-прайса. Вот уже с Нового года держится еще. И здесь разные картинки. Снеговик, снежинка, елочка, Дед Мороз. Вот. Носочек такой. В общем, и детям, и нам очень нравится. Вот. Теперь пойдем по товарам для кухни. Покупала я тоже довольно давно, уже не помню когда. Вот такой набор. Силиконовая лопатка, пластиковая ложка и щеточка силиконовая. Очень мне нравятся вот эти щеточки при выпечке. Хорошо там яйцом смазывать выпечку или форму маслом намазывать. Вот. И лопаткой тоже активно пользуюсь. В мультиварке особенно. Вот хорошая. Ничего не испортилось, хотя я тоже довольно давно пользуюсь ими. Тоже рекомендую, хорошая покупка. Вот. И также еще даже раньше, чем вот этот набор, покупала отдельно просто такую щеточку. Тоже давно она мне служит. Вот. И очень мне нравится. Легко моется. Вот. И с виду вообще как новая выглядит. Так. И брала я вот такой набор еще. Ну, он мне не очень понравился. Лопатка эта сильно мягкая. Я все время боюсь ей пользоваться. Боюсь, что он сломается. Но время от времени все равно применяю. Так, чаще всего пользуюсь вот половником таким. Вот. И вот этими ложками тоже. Часто. Шумовкой я еще не пробовала пользоваться. И этой тоже. Ну, в принципе, неплохой такой набор, но очень тонкая пластмасса. И есть вариант, что она сломается в самый неподходящий момент. Вот. Ну, в принципе, так неплохой. Тоже были разные расцветки. Я выбрала зеленый себе. И осталась у меня вот такая полочка. Вот. Один ее минус в том, что она круглая. Если бы была она квадратной формы, то было бы намного удобнее. Но все равно я ставлю ее в шкаф. Вот всякие мелочи сюда складываю. Вот. И также можно покупать еще такие полочки и соединять их выше, делать несколько ярусов. Ну, вот у меня пока два яруса. Вот. Тоже. Цвета я не помню тоже, какие там были. Вот. У меня вот такой бледно-голубой цвет. В общем, тоже неплохая полочка, но была бы квадратной, была бы еще лучше. Вот, ну, тоже пользуюсь ей. Так, вот такие у меня товары из фикс-прайса, которые прошли уже свое испытание временем. Вот, что-то понравилось, что-то нет. Пишите свои комментарии, что вам нравится, что не нравится, чем вы пользуетесь. Вот, интересно будет послушать ваше мнение, почитать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет под этим видео. Всем еще раз спасибо за просмотр. Пока-пока.